Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня хочу показать видео, как всходит моя гвоздика. Колеусы, как это русский размер взошел. Уже вот, поглядите, вот такой уже окрас у него. Вот такая красота. Вот он еще маленький, а уже окрас у него вот такой яркий, насыщенный. Вот. Бальзамины. Антон, погляди, какие бальзаминчики твои. Уже тьфу-тьфу-тьфу, шикарные уже стали. Вот они, бальзамины. Так, и вот у меня еще здесь гвоздику посеяла 25 января. Получается, с этой стороны гвоздика Антона, а с этой стороны гвоздика Марины. Это подарочные семена, которые мне прислали. И вот я хочу показать вам с Марининой стороны. У меня необычная гвоздика появилась. Она вышла белая. Вот у нее семидольные листочки, они не все, конечно, но они белесые. Вот что это такое получается? Или это сорт такой гвоздики, или это болезнь, или... Ну, болезнь, как может болезнь? Только растение взошло. Это же растение вот стоит нормальное. И здесь же вот получается, они бодренькие, здоровенькие, все. Но факт то, что они... Листики у них беленькие. Вот. Вот такая у меня причуда взошла. Вот. Растения все взошли очень хорошо. Крепенькие такие уже. Все. Вот. И не знаю, что это такое у нас происходит. Вот я с вами поделилась своими растюшками, которые у меня вот взошли. Бальзаминчики все крепенькие, здоровенькие. Скоро уже надо будет, наверное, подсыпать, ну, или пересаживать. Вот. А вот с гвоздичкой-то у меня не знаю, что это такое. Или вот эту гвоздичку выдернуть, которая белая. Или я вообще не знаю, что с ней делать. Может быть, сорт такой, но я как-то не обращала внимания и не видела такого чуда. Так, ну вот, с вами поделилась и своей радостью, и, как сказать, своим огорчением. Потому что я не знаю, что это такое происходит с гвоздикой. Или это болезнь. Или сама по себе такая гвоздика. Всем желаю крепкого здоровья, крепких здоровых ростков, чтобы вас радовали всходы, цвели и росли хорошо. До свидания, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.